выгораются иконы, выгорают свечи, атрибутика вся церковная. Куда ее девать, что с ней делать? Ее же нельзя вроде как выбросить. Значит, те святыни, которые пришли в какое-то неподобающее состояние, их уже невозможно по той или иной причине восстановить, их, конечно, надо сжигать в чистом месте. Их нельзя выбрасывать в мусор, в какую-то там канализацию там, или еще что-то. Их надо вывести, например, на дачу, или в крайнем случае, если это какая-то иконочка рассыпавшаяся, принести в храм. И здесь уже мы сами ее утилизируем с благоговением и чистотой, чтобы она не была осквернена, а просто превратилась, так сказать, вот в Божие какое-то минимальное состояние там вещества. То есть сгорело, пепел. У нас есть специальный святой колодец, куда все это опускается.